Друзья, доброе утро. Эпопея с уборкой снега продолжается. Вот это вот так у нас чистят дороги и тротуары. Вот это лужа. Сколько там глубина, даже страшно. Вот я опускаю ногу. Вот. В общем. Да. Да, вот маленьким детям вот только. Вот видите, что творится. Зато они сейчас доблестно отчитаются о том, что они все почистили, все убрали. Вот, вот что делается. Пойдем на вход. Только обходить. Вот так. Чистит они снег. Зато администрация отчитается, как они убрали улицы. Вот помойки нечищенные. Это центр города. Вот, вот эта центральная улица, Большая Покровская. Она нечистит. То есть не давали спать всю ночь. ЖКХ с нас берут. Ну, смотрите, что клей какие. Так что Глеб Никитин, Глебушка, Глеб Сергеевич, Юрий Владимирович, давайте-ка с лопатами выходите и чистите вот это все безобразие. И надо не на машинах, на мерседесах ездить на работу и на вертолетах, а в общественном транспорте, а лучше пешочком прогуляться. И тогда вы познаете все прелести вашей бурной деятельности.